96-летняя жительница Кызылординской области, мать героини Утеш Таджурек-кызы, известна в регионе как одна из самых искусных рукодельниц. Несмотря на преклонный возраст, бабушка до сих пор собственноручно ткет войлочные изделия для убранства юрт. Она частый гость мастер-классов и выставок изделий народного творчества. Пережившая на своем веку не одну эпоху перемен, Утеш Аже не только хранит и передает подрастающему поколению секреты национального искусства, но и слывет на селе успешным садоводом. С приусадебного участка она ежегодно собирает богатый урожай ягод, овощей и фруктов. В гостях у ветерана труда побывал наш корреспондент Алибек Байшулянов. 96-летняя ремесленница из аула Мадиниет Жалагашского района Утеш Ташрек-кызы изготавливает предметы домашнего обихода по старинным технологиям. Багаж знаний национальных ценностей передала детям. Ткацкому искусству ее обучили родители, говорит мастерица. У меня и папа, и мама были мастерами рукоделия. Видимо, их талант передался мне в генах. Я с детства вяжу, вышиваю, скручиваю пряжу, тку ковры. Однако талант без трудолюбия и веры – ничто. В любом деле нужно усердие, старание и выдержка. И тогда все получится. Талантливый человек талантлив во всем. Кроме художественного творчества, Утеш Аже любит петь, сочинять стихи, готовить кисломолочные продукты. Но главное ее хобби – садоводство. Ежедневный труд помогает ей поддерживать бодрость. Грецкий орех в нашей области очень редко встречается. При нашем климате вырастить его считается великим трудом. Но у моей мамы золотые руки. Она посадила дерево 30 лет назад и до сих пор за ним ухаживает. Оно ежегодно плодоносит на радость семье, детям, внукам. Утеш Ташрек-кызы вырастила 11 детей. Сегодня она окружена заботой и теплом 35 внуков и 28 правнуков. Для них она служит образцом оптимизма и трудолюбия. Алибек Байшулянов, Альхайдар Турлыханов, Кызылординская область, Хабар 24.